Добрый день, друзья. Смотрю телевизор иногда, и умные люди говорят: мне пришла мысль. Так вот, мне пришла мысль. Думал, уже все, видосы не буду писать. Вот дай бог заказчику здоровья, благополучия, процветания, все там, детского смеха в семье. Вот такой участочек у Алексея Яковлевича. Обалденная. Поумнели мы, помудрели, профессионализм подняли на этом участке. Все по-хозяйски. Вот, и лесочка сделали, и строечка здесь, и сваи, и новый диск я для себя открыл, вариант, хотя 2 года профессионально занимаюсь каждый день покосом. Вот, и проверил совесть свою, и внутренний голос, и ангелочки подсказывают по совести, все, куветики, дорога, все как надо. И даже Яковлевич добрые слова сказал, хотя он сказал, он в день больше 50 слов не говорит. Хочу поблагодарить отдельно Александра Анатольевича. Честно, приятно работать под знаменами умного человека. Вот, вот такой участочек. Вот. Так что это, друзья, благодарю. Эти 3 дня. Хорошо, что на Суворовском училище у меня выходной организовался. Так что без выходных. Сейчас денежку потрачу на профилактику штиля 250-го. Заслужил он. Надо кормильца. Вот, у профессионалов обслужить. Ну все. Кому интересно, заявочки. Плюс 7-924-123-24-44. Сражанка Владимир. Все отчеты на YouTube-канале. Вот, побольше бы таких заказов. Только это. Жары бы поменьше. Дождя. Все при бабахе есть плащи. В дождь работать вообще красава. Помогай Бог.